Уважаемая отрадница, сегодня в России, а вчера в Европе, отмечают День Победы над нацизмом. Мы никогда не забудем страшную цену тех событий. По разным данным, это не менее 50 миллионов жертв. День памяти и скорби, 9 мая, не конкурс танцев на костях, не соревнование лозунгов, вроде «можем повторить» на багажниках автомобилей. А праздник 9 мая не громкий, а искренний праздник. Этот день объединяет граждан России и 62 стран-участниц Второй мировой войны. Объединяет общее горе ужасов войны. Никогда снова, never again, ни вида, ни колы знову. Прошлый 2020 год показал, насколько дорого внимание к нашим старикам. И мы не забыли их. Многие тогда волонтерили, доставляли продукты и лекарства, поддерживали морально внезапно запертых дома бабушек и дедушек. Сегодня, в день 76-й годовщины Победы ветеранов, осталось очень мало. Мы должны благодарить их каждый день. Они пережили страшные дни в бомбежках, голоде, бессонных ночах, не видели свою молодость для того, чтобы молодость случилась у нас. Но одновременно с героями войны вспомните о героях своего времени, героях среди нас, героях не из гранита. С Днем Победы!